Ребята, привет! Как я рада снова с вами поиграть! На этот раз мы будем знакомиться с алфавитом. Это будет очень интересно! А поможет нам в этом вот такой обучающий плакат от синего трактора. Обучающий плакат? 100 игр и вопросов! Произносим звуки, учим буквы правильно! 150 стихов и песен! Классно! Скорее открываем коробочку! Так, достала! Смотрим! Ого, какой он большой! Как тут все красиво и ярко! А вот кнопочка, чтобы включить звук! Здорово! Ребята, но прежде чем мы начнем знакомиться с алфавитом, нужно узнать, что же такое алфавит. Итак, алфавитом называют 33 буквы, которые находятся в определенном порядке. И расскажу вам секрет. Мы с вами используем алфавит всегда, когда говорим. Ведь говорим мы с помощью букв, а они и есть алфавит. Так давайте же познакомимся с ним скорее. Первая буква... Как здорово! Это буковка А. И к нам едет настоящий автобус. Вторая буква в алфавите... Буква Б. Здесь нарисован бегемот. А это же самый настоящий Бу. Та-та-та-та-та-ра. Та-та-та-та-та-та-ти. Та-та-та-та-та-та-на. Буратино. Классно. Здорово, буква В. Это кто такой? Точно, это же ворона. Так-так, а это что-то вкусненькое. Точно, это виноград. Ням-ням. Буква Г. Так-так, а я помню, мы с Кокотиком и пели песенку про горшочек. Так-так, это кто-то смешной. Это глаз. Буква Г. А, Б, В, Г. Следующая буква. Правильно, буква Д. Смотрите, сколько здесь нарисовано детей. А в лесу очень много деревьев. Смотрите, какое зеленое дерево. Буква Д. Следующие две буквы. Ее. Енот и еж. У нас есть свой енот и своя елка. Буква Е и буква Ё. Смотрите, мы прошли полностью первый ряд. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё. Следующая буква... Правильно, буква Ж. Какой красивый жираф. Ой, какой прикольный жираф. Буква Ж. Смотрите, какая интересная буква. Буква... З. Правильно, З. Звонок. А я тут нашла такую красивую звездочку. Буква... И. Игла и буква... И краткая. Йогурт. На букву И это все игрушки, которые есть у вас дома. А на букву Е это вот такое вот вещество. Оно называется йод. Буква... Компот. Как здорово! Какой милый козленок. А как говорит козленок? Правильно. Ме. Следующая буковка. Эль. Эль. Лошадка. Да-да, у нас тоже есть лошадка. Буква Л. Так-так. Кажется, мы заканчиваем второй ряд. Буква М. Какой милый малыш! Смотрите, это же настоящие мыльные пузыри. Буква М. А что, если прямо сейчас надувать пузыри? Вау, как здорово! А если я прям на вас подую? Ой, еще раз. Вау, как здорово! Буква... Какой большой носорог! Так-так, это что-то острое. И это же ножницы. Буква Н. Какой зеленый огурец! Какое у меня мягкое пушистое облачко. Буква О. Следующая буква... Буква... П. Буква П. Какой классный поезд!
Смотрите, какой паровозик у меня есть! Буква П! Включаем! Едет, едет паровоз! Тугу-дугу-дук, тугу-дук! Мимо елок и берез! Чух-чух-чух, пыхтит, тух-чух-чух! Следующая буковка! Р! Ха-ха, какая смешная рыбка! Так-так, буква Р! Конечно же, это самые красивые рисуночки! А это кто такой большой? Правильно, самолет. На букву С. Буква С. Смотрите, это же самый настоящий сундук с сокровищами. N-O-P-R-S-T. Трактор. Это же буква Т и наш любимый синий трактор. Ням-ням-ням. Это мой любимый тортик. Буква Т. Мы приближаемся к концу. Буква У. Какая смешная улитка. О, смотрите, у меня есть ушки. Буква У. Точно, это же буква F. А это музыкальный инструмент. Флейта. У этой машинки суперкрутые фары. Посмотрите, какие они классные. Буква Ф. Так, так, так. О, Ф. Х. Точно, это же холодильник. И буква Х. Здорово. К нам залетела принцесса Холли. Буква Х. Так, так. Ф. Точно, как я могла забыть. Буква С. И красивый-красивый цветок. Смотрите, это же полянка с качельками. Yeah. И цветочками. Как их много. Синие и желтые. Цветочки. Буква С. Так, так. Похоже на чашку. Yeah. Правильно. Слово «чашка» начинается на букву «Ч». Ммм, какой вкусный чай. А пьем мы его из чашки. Буква «Ч». А это какие-то зеленые штанишки. Ша. Правильно, буква «Ша». Штаны. Ой, а это что такое колючее? Точно, это шишка. А? Так, так, остался последний ряд. Это же буква... Буква «Ща». Она очень похожа на «Ше», только вот с такой закорючкой внизу. Щука. Какой милый щенок. Буква «Ще». Ой, а это что за буквы? Твердый знак «И». Твердый знак «И». На твердый знак я что-то не помню слов. Да и на «И» нету. Так, чем-то похоже на эту букву. Тоже без закорючки. А что же за буква-то такая? А-а-а, буква мягкий знак. На конце слова, например, гусь. Ой, какая прикольная буква. Э. Электричество. Ммм, как мне захотелось эскимо. Шоколадное. Буква Э. Так-так, какая классная буковка. Юла. Я помню, я в такую играла. Смотрите, какая красивая юбочка у этой куколки. Мне прям очень нравится. Юбочка, буква Ю. И что, это последняя буква алфавита? Точно, буква Я. Яблочко. Я очень люблю яблоко. Смотрите, что у меня есть. Яблочко. Какое оно вкусное. Буква Я. Ух, ну наигрались. А сколько всего узнали? Надеюсь, ребята, вам было тоже интересно изучать со мной алфавит. До скорых встреч, малыши! Люблю вас!